Здравствуйте! Вы смотрите новости на городском телеканале ЮТВ. О важных и интересных событиях этого дня расскажу вам я, Алексей Чернов, и мои коллеги. Сегодня в выпуске. В мэрии Оренбурга новые назначения. Какие изменения в августе вступят в силу в Оренбурге? Дома оренбургской управляющей компании перешли на обслуживание в новую УК. В этом году зарегистрирован самый низкий уровень воды в Урале. Об этих и других новостях далее в выпуске. В мэрии Оренбурга назначили начальника управления пассажирского транспорта города. На постоянной основе пост займет Виктор Шестаков. До назначения на данную должность Шестаков был генеральным директором по производству строительной компании «Уралмаркет». Напомним, кресло руководителя управления освободилось в конце прошлого года. Ранее его занимал Дмитрий Анисимов, который покинул свой пост из-за признания его судом несоответствующим квалификационным требованиям занимаемой должности. В продолжении темы еще одна новость пришла из мэрии. Глава города Дмитрий Кулагин опроверг свой уход с должности. Об этом сообщает портал «Урал56». Информация о том, что мэр города может покинуть свой пост, появилась на этой неделе в различных группах социальных сетей и телеграм-каналах. По информации некоторых, Кулагиным уже было написано заявление по собственному желанию. Однако сам глава рассказал, что работает в штатном режиме и готовится ко дню города. Жилой фонд разорившейся оренбургской управляющей компании перешел в новые руки. С 1 августа новые управляющие организации возьмутся за обслуживание домов, которые они считают проблемными. В конце апреля 2019 года управляющая компания «Оренбургская» была признана банкротом, и без управления осталось 708 жилых домов. Одной из причин разорения называют низкие тарифы от 3 до 6 рублей. Сейчас 286 домов из 708, которые не выбрали способ управления, временно переходят в другие управляющие компании. Имеется договор управления жилым домом между управляющей компанией и жителями. Управляющая компания обязана выполнять те условия, которые там прописаны. Руководитель управляющей компании... Они будут стараться ни в коем случае не ухудшить содержание и эксплуатацию тех жилых домов, которые есть. Тариф рассчитывался в зависимости от степени благоустройства, то есть максимальный, где все виды благоустройства присутствуют, минимальный, где-либо отсутствует один и более видов благоустройства. В этот тариф входит содержание технического обслуживания лифтов, обслуживание дома, это текущий ремонт и аварийно-диспетчерское обслуживание. Есть дома, у которых тариф 14 рублей, есть дома, у которых тариф 18 рублей и есть, у которых 20 рублей. Управлением ЖКХ Оренбурга были выбраны 6 управляющих компаний. Они будут обслуживать многоквартирные дома до момента выбора собственниками способа управления. Представители организации говорят о главной проблеме жилищного фонда – убыточности. Эти дома у нас, естественно, практически все были по Оренбургской управляющей компании убыточные. В связи с тем, что был маленький тариф, не проводились многие ремонты. Они малоквартирные, естественно, сборы на домах маленькие. И обслуживать их очень тяжело. Очень много задолжников, да, по квартирам. Фонд старый. Люди многие не платят. Среди жилого фонда есть и аварийные дома, которые подлежат расселению. Замглавы города Сергей Чуфистов сообщил, что каждый дом будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Отметим, что собственники вправе в любой момент провести общее собрание, выбрать способ управления и избрать управляющую компанию. Анастасия Клесова, Федор Бородацкий, городской телеканал ЮТВ. Прибавка к пенсии, изменение процесса регистрации автомобиля и новые цифры в счете за коммунальные услуги. Эти нововведения вступят в силу с августа. Какие еще изменения, расскажем далее в сюжете. 4 августа у россиян в платежных счетах появится страхование жилья от чрезвычайных ситуаций. На данный момент решение данной услуги для собственников останется добровольным. Начало августа порадует работающих пенсионеров. Им полагается прибавка к пенсии в связи с перерасчетом за 2018 год. В этом году у нас перерасчету подлежало 132 тысячи пенсий с учетом страховых взносов, которые начислены работодателями за прошедший год. Размер увеличения у всех разные. Это зависит от фактической заработной платы и от начисленных страховых взносов. Средний размер увеличения по области 161 рубль. Максимальный размер увеличения – это 261 рубль. Также с 4 августа изменения коснутся и автовладельцев. Упростится процесс регистрации машин и получения номерных знаков. Обладатели нового автомобиля смогут зарегистрировать транспортное средство в дилерском салоне, а получить номер можно будет у аккредитованной
частной компании. Стоимость знака останется прежней – около 2000 рублей. Станет проще покупать или продавать жилье. Не нужно будет наличие документов от нотариуса. Достаточно лишь заключить договор в простой письменной форме. Сложнее станет провести фрукты и цветы. С 19 августа можно будет ввести в Россию не более 5 килограмм овощей и фруктов и не более 3 букетов по 15 цветков. Анастасия Клёсова, Федор Бородацкий, городской телеканал ЮТВ. Новый детский сад в Южном появится напротив старого кладбища. Строительство объекта уже ведется. В будущем рядом планируют построить и школу. Как говорят местные жители, такое расположение их смущает, но проблема с местами в детских садах слишком остро стоит в районе. И главное, не где, а как скоро. Многие подходят, жители говорят, да за что? Да это же около кладбища. Но если смотреть ситуацию с другой стороны, я, если веду деток в группу, где порядка бывает 50 деток, и если говорят, вот новый садик будет, но он будет около кладбища. Вот мне, как маме, в принципе, важнее, наверное, чтобы деткам было более комфортно, а куда окна этого детского сада выходят, ну, в общем-то, наверное, не так важно. Кладбище в Южном было закрыто еще в советский период. Новые захоронения там не проводятся. Полностью убрать могилы по закону еще нельзя. Между детским садом и захоронениями до конца лета построят новую аллею, забором которой закроют вид на кладбище. Экологи бьют тревогу. В этом году зарегистрирован самый низкий уровень воды в пойме Урала. Река находится в критическом состоянии, а из образовавшейся тины не может размножаться рыба. Можно ли спасти ситуацию, разбиралась Валерия Шарова. Специалисты выделяют несколько факторов обмеления Урала. Один из таких – недостаточное питание реки, которое складывается из подземных сточных вод и талой воды. Но на долю подземных рек приходится около 4%. Да и те становятся все меньше, отмечают местные геологи. Основным источником пополнения реки Урал является снежный покров, на долю которого приходится более 80% годового стока. Пополнение происходит исключительно в период весеннего снеготаяния. Несмотря на то, что этот год был снежный, нам казалось, что будет наполнение хорошее, оказалось, что удельный вес снега, он очень маленький. Мы стаканчик набивали снег, оказывалось 5 миллиметров всего влажности от этого стаканчика остается. Это очень рыхлый, порховатый снег. Он лег на очень сухую землю, а соответственно совершенно моментально был впитан. Также одним из факторов эксперты называют засушливое лето с низким количеством осадков. А кто-то во всем винит Ириклинское водохранилище. Дескать, не сбрасывают воду в должном объеме. На сегодняшний день в Ириклинское водохранилище 6,5 кубометров в секунду воды приходит и 15 кубометров срабатывается. То есть в 2 с лишним раза сейчас срабатывается больше воды, чем могло быть вообще, если бы не существовало Ириклинское водохранилище, к примеру. Там тоже у них сельскохозяйственная деятельность переводит воду в элемент урожая. То есть куда воду деть? На получение урожая или сбросить? Сделал эти подпорные стенки. Стоимость их незначительная. Если у нас стоит вот эта вот система, как известно там из печати, порядка около 1 000 000 000 рублей, то потратим 7-8, может быть максимум 10 миллионов, мы получим подъем уровнем на 1,5–2 метра. Мало воды не только в Урале. В этом году такая же ситуация наблюдается во многих районах Оренбургской области. Так, река Соленая возле села Кардаилово Илекского района превратилась в болото. Виновниками этого происшествия местные жители называют фермеров. Стоят 7 насосов. Сейчас идет дождик, они не выключаются. С каждым днем воды все меньше и меньше. Это просто ужас какой-то. Вот вы видите на видео, как она быстро падает. Вот они, насосы. Вон их просто куча. Из-за обмеления рек течение становится все слабее, что создает благополучную среду для образования тины. Цветению Урала сопутствует и его активное загрязнение. Это городская ливневая канализация. Вот эта труба идет с города диаметром 600 миллиметров. После дождя, после всяких помывок в городе, все сбрасывается сюда. Вот можете посмотреть, что творится. Все купаются в антисанитарийных условиях. Из-за образовавшейся тины страдают не только посетители пляжа. В первую очередь такая флора служит препятствием к размножению рыбы. В Оренбурге есть активисты, которые стараются регулярно очищать воду реки. Я пришел на берег, начал просто убирать руками тину немного. Убирал ее фанерой, убирал ее граблями. Потом стали приходить люди. Я не знал, что это выльется в 2 месяца. Несмотря на болезнь, вот Дима Багров, он это, даже несмотря на свою болезнь, он все равно приходит, по крайней мере, мишки нам помогать доставать. Но он это делает, в отличие от нашей администрации.
Пока ситуация с Уралом кажется патовой. Экологи считают, что решение проблемы лежит только в плотном сотрудничестве с правительством Башкирии, Челябинска и других уральских регионов. Валерия Шарова, Федор Бородацкий, городской телеканал ЮТВ. 31 июля весь музыкальный мир отмечает День памяти выдающегося виолончелиста Леопольда Ростроповича. В честь годовщины этой даты сотрудники оренбургских музеев посетили место упокоения великого музыканта. Леопольд Витольдович Ростропович, отец всемирно известного музыканта Мстислава Ростроповича, скончался в Оренбурге в 1942 году от сердечного приступа и был похоронен на городском кладбище. Сейчас на проспекте Победы за комплексом «Вечный огонь». Мы регулярно посещаем, смотрим, что где подкрасить. Нам помогают заместитель директора этого кладбища. И раз в год сюда приезжает Ольга Мстиславовна Ростропович в рамках Оренбургского фестиваля. В степной столице он встретил свою будущую супругу. На тот момент Леопольд Ростропович преподавал в музыкальном училище и подрабатывал игрой в кинотеатре. Очень многое сделал для становления и развития музыкальной культуры в Оренбурге. 50 лет – это же ведь довольно-таки ранний возраст. Думаем, знаете, способствовал тот факт, что в 21 году его незаконно оклеветали. То, что он способствовал продвижению Белой армии, то, что он участвовал в концертах, собирал деньги для Белой армии. И это отложило отпечаток на его тонкую натуру. В годы Великой Отечественной войны захоронение не отличалось от соседних. Мраморную плиту установила администрация города при Геннадии Донковцеве. Сегодня сохранением памяти о великой музыкальной семье занимаются и сотрудники Музея изобразительного искусства. Сейчас проводится большая исследовательская работа, собираются музейные предметы. Также просим откликнуться всех оренбуржцев, у которых есть какие-то уникальные архивные данные, для того, чтобы мы их могли использовать в экспозиции будущего музея. Открытие дома Музея семьи Ростроповичей запланировано на осень 2020 года по адресу улица Зиминская, 25. Валерия Шарова, Федор Бородацкий, городской телеканал ЮТВ. В Казани представили болельщикам картонного Алексея Сутермина, бывшего игрока футбольного клуба «Оренбург». Этим летом футболист из нашего клуба перешел в «Рубин», но пробыл там всего 10 дней. Полузащитника сразу переманил питерский «Зенит». На презентации новичков казанского клуба про Сутермина не забыли и представили его в качестве картонного манекена. Выход сопровождался небольшим фейерверком. На этом у меня все. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте utv.ru, а также в нашем мобильном приложении Ufonet TV, которое вы можете скачать в App Store или Google Play. Если у вас возникли вопросы, звоните по номеру телефона 09388. С вами был Алексей Чернов. Оставайтесь на UTV.